Всем привет, ребят! И только что в официальном твиттере Brawl Stars вышло новое видео. Сейчас будем его смотреть, разбирать и, надеюсь, какие-то хоть пасхалочки мы найдем. Ну что ж, погнали смотреть! Начнем с того, что все выполнено в ретро-стиле. Ничего вам не напоминает? Но если кто не понял, я намекаю на то, что Supercell в своем официальном сайте Supercell Make проводили конкурс на скины. И вот выиграли вот эти два скина, черно-белая Беа и зомби Биби. Зачем я это говорю? Собственно, посмотрите на скин черно-белая Беа. Она сделана в черно-белом стиле, что является отсылкой к данному видеоролику. Следующая пасхалка есть в начале этого видео. Ну, не моего видео, а то, что мы смотрели. Ладно, ближе к делу. На заднем фоне, кроме значка Brawl Stars, мы можем увидеть голову меха ворона. Я думаю, это отсылка к ремодели Crow. Потому что Фрэнк говорил, что уже совсем скоро будет ремодель на ворона. Теперь, ребят, переходим к первой газете. Первое, что бросается в глаза, это вот эта надпись. Я ее специально для вас перевел. Перевод, конечно, такой себе, но ладно. Тут, ребят, написано землетрясение, океаны в окружении город. Давайте попробуем сказать по-другому. Океаны и землетрясения в окружении города. Я думаю, это более правдоподобно звучит. Это, короче, как я понял, новости из мира Brawl Stars. Полетели к следующей пасхалке. Также мы можем заметить надпись Max Energy Drink, скидка 20%. Я думаю, это отсылка к тому, что завтра будет скидка на персонажа Макс. Ах да, еще и один интересный факт. Почему я говорю завтра? Если присмотреться, то в углу газеты можно увидеть надпись 24 июня 2020 год. А я напомню, сегодня 23 число. Соответственно, скидка по поводу Макс должна состояться завтра. Также здесь есть какой-то странный кадр. Я предполагаю, что это момент из Бравл Толка. На очереди у нас вторая газета. Тут написано «Toxic spill cold be costly». И сейчас я для вас эту фразу переведу. Токсичный разлив может быть стоимость. Ребят, не знаю, что это значит, но тут, ребят, дело не в этом. Помните, в прошлой газете была скидка на Макс 20%? Теперь же тут 50%. Не знаю, может это на Бравлера скидка будет, или на скин. Точной информации сказать не могу. И да, забыл сказать, на этой газете написано еще 25 июня 2020 год. Вот мы и подобрались к третьей газете. На этой газете очень много пасхалок. Давайте все по порядку. Начнем с перевода. Так, колоссальные... что? Ладно, допустим, колоссальные торнадо. Я так подумал, потому что на одном изображении из этой газеты нарисована торнадо. Вот тоже новости там, например, торнадо захватило поле Броубола. Ну, это я так предположил. Дальше разработчики спалили следующий Бравл Пасс, а точнее новый сезон. И скорее всего он будет называться The Hotel Bar in the City. Следующая картинка показывает нам то, что Бравл Толк состоится 27 числа. Также здесь изображен тик. И он здесь неспроста. 27 числа прошлого года вышел новый бравлер Тик. Ну и вот, наконец-то, четвертая газета. Это, ребята, уже 27 число. А то есть дата выхода Бравл Толка. Сразу же переведем главную фразу. Неизвестное создание видеть в городе.
Я думаю, этим разработчики нам намекают на нового бравлера. Иначе кто бы совершал эти торнадо, там землетрясения? Уж точно новый бравлер постарался. Дальше мы можем увидеть такую надпись Free Max Energy Drink. Я думаю, бесплатного мифика нам не дадут, а бесплатный какой-то скин на Макс должны дать. Ну, по крайней мере, я так думаю. Дальше у нас идет не менее крутая информация. Написано Another Heist in Bandit Cove. Я думаю, этим разработчики намекают нам на нового бравлера. А именно бандита. На этом видео заканчивается. Надеюсь, тебе, зритель, понравилось. Если тебе не сложно, подпишись на канал и поставь лайк. Мне будет очень приятно. Ну и как обычно, всем пока-пока!